сказки, феи, волшебники. Герои сказок в реальном времени. Сегодня в Жуковском детском доме больше 70 воспитанников. К главному празднику в году ребята готовились особенно долго. Украшали елку, шили костюмы, писали письма Деду Морозу с заветными пожеланиями. Исполнить некоторые из них зимний чудесник поручил агропромышленному холдингу «Мираторг». Это серьезные подарки, это очень нужные нам цветные принтеры, в которых очень много других функций. Это новые ковровые покрытия для детей младшего возраста. И в том числе это мебель для кабинета психолога в полном объеме, необходимая для работы данного кабинета. Маленький вклад, большая забота. Делать добрые дела в канун Нового года у «Мираторга» уже стало традицией. Воспитанников Жуковского детского дома сотрудники стараются навещать как можно чаще. Задача взрослых – подарить тепло, заботу и внимание. Что бы ты хотела пожелать всем на Новый год? Здоровья, счастья, любви, чтобы никто не болел. Когда буду вырасту, я буду очень помнить их. Встреча прошла торжественно и шумно. Атмосфера детской радости и хорошего настроения царила на протяжении всего праздника. Для гостей воспитанники детского дома приготовили настоящий спектакль, выучили стихи и песни. Глядя на детские улыбки, веришь, что будет все хорошо, и волшебная новогодняя ночь обязательно подарит чудо. Екатерина Зодина, Андрей Мазунин. События. Жуковка.